что, всем привет! Это новая влог-серия номер 2. Опять с участием Женька. Опять на его машине. В этот раз мы едем делать генератор. Мы хотим переделать на 15 вольт, так же, как и у меня. Сейчас вольтаж уже не 13,9, 14 примерно. У нас включенный кондиционер. На улице очень жарко, с недавнего времени наступило лето, то до этого было очень холодно, были дожди. В общем, я думаю, серия будет не очень долгая, не полчаса, чуть-чуть меньше. Посмотрим, что там в Жене получилось. Вы заметили, у нас нет потолка. Женек хочет проклеить вибру толщиной 4 миллиметра, чтобы крыша была пожестче для соревнований. Купили вот такой реле-регулятор. Вот три деления. Регулятор. Ты опять здесь? Я уже все. Я тут. Ты успел снять? Да, забирай. А что забирай? На, я не умею ставить. Я тоже. Придется научиться. Ну пошли. Тут так глазок був, так ходиш, прикинь, глазок знімаєш. Глазок можна тільки відхватити. Согласен? Ти ж поняв, це буде в кінці відео, типу вставки. А це буде саме останнє, що ти сказав? Так. Да. Установлено, прикручено на массу. Вот такое трехконтактное реле. Здесь кнопочка переключает вольтаж.
Женя будет менять на вот такую кнопочку, будет включать и выключать в салоне. По факту, что они сделали? Протянули провод. Проебнували півдня. Протянули провод в салон, чтобы, дворники. Чтобы включать-выключать вольтаж. И идет провод до генератора на щетки. Знаешь, я думаю, тебе надо будет дубль 2 снимать, потому что скажут чуваки в комментариях, что за дебил тебя перебивает. Там будет твоя рожа. На что-то похоже. Да. Він з ремоутом, так? Да? Так. Да. Ну, колотись. Чоловік я мене. Що з Богом? Включать? Огнетушительності. Включай на нас. Перше положення. Значить, в другому положенні мінімум. А что 15.5 там? Чего так? Каждое соединение ремешка переходит напряжение от меня. Ну типа одинаково. А? Одинаковое напряжение. 15.5, 15.5, а ну включай. 14.5. 15.2, який же 15, это ж ты? Ну все правильно. Так и было 15.2. Не было 15.5 два раза. А так было? А там было 15.2. О, то подожди. А, ну. Короче, я буду ездить на двоечке сюда. Китонат тебе фата заряжает. Буду ездить на двоечке. Все. А, нет, не все. Нет, все слепо. А теперь все. И даже ничего не светится, как ошибка. А теперь дивися на вольтаж. Будь такой не можу. Заебись. Зарядився. Що? Чоловік співає. Єна? Ні, Діни. А, та. Це все херня, я на таке внимання не бачу. Вот Женя уже сделал на 3D принтере вот такой красивый корпус. На кнопочках все как положено и вольтметр. А ну переключай. Это мы генератор выключили. Включили больше вольтаж и включили генератор. И все, и нам можно валить музыку. Ну все, вот такое видео получилось. Если оно было вам полезное, ставим лайки. И до скорых видосов.